Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я к вам вот с такой новинкой. Новая композиционная гармония была продемонстрирована, к сожалению, неизвестным мне дизайнером и привела меня в восторг. Нашла я эту красоту в одном из интернет-магазинов. И, в общем-то, очень приятно взлетела эта модель на небосклоне вязальной моды. Я бы вот так выразилась, немного высокопарно. Модель невероятно прелестна и легка в исполнении. Вертикальные вот эти вот мелкие жгуты не перегружают, как вы видите, да, и сердца придают шарм, очарование. Дизайн наполнен легкостью какой-то, знаете, свежестью и любовью, и дарит вдохновляющее, знаете, такое настроение. Давайте с вами посмотрим эту модель более пристально. Ну, что я хочу сказать. Выполнен вариант у нас со спущенным рукавом, да. Здесь вот в виде такой полосы орнамент у нас идет с вами такой белый. Возможно, я его не повторила, конечно. Здесь возможно использовать тонкие белые линии, если вам будет это, возникнет такое желание, да, то есть такие три полосочки фэншую. Это, в общем-то, очень хорошо влияет, символ богатства, три горизонтальные полосы. Так, дальше, что у нас еще здесь, какая особенность? Рукав. Посмотрите, рукав. У нас с вами резинка, планка вот этой у резинки очень высокая, значительно выше, чем по низу. Хотя, возможно, незначительно выше, там, сантиметр на два. Так, ну вот эту вот белую орнамент можно опустить и сделать все единым тоном выполнить. Как вы видите, у нас здесь идет жгуты и прекрасные ажурные сердечки, да. Давайте дальше посмотрим. Здесь вот можно приблизить более так, детально рассмотреть мотив. Этот кардиган у нас связан с цельновязанной планкой. Планка вяжется платочной вязкой. Схема узора я нарисовала, и она очень проста. У нас есть пуговица, то есть застежечка, все как положено. Мы сегодня с вами разберем размеры 42, 44, 46, 48, 52. Это российские размеры. Возможно, конструктивно поменять, сделать рукав с окатом и с проймой, то есть чистую классику, да, но у нас такой упрощенный здесь вариант классический. Все детали вяжутся раздельно, спинка, две полочки, два рукава, все сшивается. Ну и, конечно же, пуговица. Обратите внимание, дизайнер сделал внизу более часто две пуговицы расположил, а здесь он их раздвинул на большее расстояние. То есть можно повторить дизайн точь-в-точь. Да? Так, далее, что у нас еще здесь, какие интересные? Ну, вот такой еще вариант. Девушка у нас сидит. Все сегодня мы с вами особенности вязания этой модели обсудим. Как расположить, скомпоновать узор. Все я вам расскажу, схему нарисовала. Никаких проблем не возникнет в этом отношении. Цельновязанную планочку тоже объясню, как делать. Обратите внимание, как сделаются убавки. Убавки делаются только по узору, да, и цельновязанная планка у нас с вами остается неизменной. Рекомендую для вязания мастерицам среднего и высокого уровня мастерства. Новичкам, наверное, все-таки будет сложновато. Здесь у нас с вами будет скос плеча формироваться, одновременно будет скос по вырезу горловины у полочек, поэтому, наверное, новички могут немного не справиться. Ну, хотя новички тоже бывают разные, бывают очень способные новички. Так, мои дорогие, давайте сейчас с вами посмотрим выбор пряжи. Я предлагаю вам несколько вариантов пряжи сегодня использовать. Все самые доступные, самые недорогие варианты и очень хорошего качества турецкого производства. Итак, смотрим выбор пряжи. Пожалуйста, не забудьте подписаться.
На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. Их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Итак, мои дорогие, я хочу предложить вам связать этот красивый кардиган из пряжи Янарат джинс турецкого производства. 55% хлопок, 45% полиакрил. У нас 59-й цвет такой яркий, интересный, очень насыщенный, малиновый. 50 грамм у нас с вами, 160 метров. Спицы я использую 3,5. Выглядит наш узор вот таким образом. Значит, у нас здесь с вами, вы видите, очень красивый ажурный мотив в виде сердца. Рельефные такие идут, красивые скрученные жгуты. Очень красивый тоже мотив. В общем, красота. Пряжа, естественно, очень мягкая, легко вязать. Прекрасно скрученная. Я еще в том году очень рекомендовала эту пряжу. Посмотрите, какая она заманчивая. Цвета, конечно, по желанию. Но я вот постаралась выбрать красивый нарядный цвет. И, в общем, вот так у нас с вами будет вязаться этот узорчик. Сейчас я вам, как всегда, покажу альтернативную пряжу, девочки. Принесла я несколько вариантов. Ну, конечно, любую полухлопковую или хлопковую пряжу можете выбрать. Но только надо будет связать все-таки образец, хотя бы один раппорт в высоту, потренироваться и, конечно же, ради плотности. Смотрите, моя рекомендация. Есть такая тоже турецкая фирма «Газзал» и тоже джинс. 50 грамм, 170 метров. Она чуть тоньше, чем ту, из которой я вязала. Выглядит она по качеству абсолютно так же. То есть чуть тоньше, это значит чуть, совсем чуть. То есть плотность, возможно, вообще не будет отличаться никак. Видите, я вам показываю. Та, которая нежно-розовая, это вот как раз газал. И джин, и Янарат джинс, это та, которая поярче. Так. В общем, тоже прекрасная пряжа. Видите, здесь хлопка много, 58%, остальное акрил. Шикарнейшая тоже пряжа. Цвет, может быть, кому-то понадобится. Красивый цвет, посмотрите, 11.35. Дальше, мне очень нравится пряжа «Газал Бэби Катон». Здесь в 50 грамм 160 метров. Она тоже хорошего качества. В общем, тоже полухлопок. Вы попадете идеально в плотность. То есть она такой же толщины, да? Цвета разные выбираются, девочки. Вот, в общем, 60% здесь хлопок, 40% акрил. Еще больше количество процентов. Так, дальше. Ализе, Катон Бэби Софт. Тоже очень подходит для вязания. 50% у нас хлопок, 50% акрил. И она у нас, смотрите, в 100 грамм 270 метров. Тоже попадете в плотность. Прекрасного качества пряжи. Прекрасного. Цвета выбирайте в интернет-магазине. Ализе Катон Голд. Это еще одна моя рекомендация. 100 грамм 330 метров. Тоже прекрасная турецкая пряжа. Цвета тоже выбирайте, девочки. Тоже полухлопок. 55, видите, процентов хлопок. 45 акрил. Вот я вам порекомендовала бюджетные, самые интересные варианты. Выбирайте себе, какой вам приемлем. Показываю вам их еще раз. Янарат джинс. Ну и наш узор. Еще раз возвращаемся. Мы сейчас с вами посмотрим схему этого узора и будем его вязать. Тренироваться. Итак, схема узора выглядит вот таким образом. У нас с вами вот этот мотив составляет 28 рядов. Он, собственно, делится на две части. Одна часть ажурная, это вот в правой части у нас. Она занимает вот от этой черточки до этой 17 петель. На фоне лицевой глади выполняется, то есть пустая клеточка – это лицевая петля. Кружочек – накид, треугольник – это две вместе лицевой.
соответствующим наклоном. И вторая часть – это рельефная часть со жгутами, занимает 18 петель в ширину. Ну и здесь у нас тоже, в принципе, идет раппорт в высоту 4 ряда. То есть каждые 4 ряда у нас повторяется этот раппорт. Вот такая вот особенность. А так в целом само вот это вот сам мотив с сердцами – это 28 рядов. Это перекрещивание 4 петель направо и это налево. Если кто не понимает, вертикальная черточка здесь лицевая, а горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Так, теперь смотрим выкройка. Выкройка у нас выглядит вот таким образом. Здесь нет размеров основных. Все размеры я расскажу вам в сегодняшней части расчетной, после того, как мы свяжем образец узора. Там будут и размеры, и все подробнейшим образом разбираться. Здесь просто конструктив. И я составила уже описание. Вот таким образом выглядит у нас описание, девочки. Я его всегда выкладываю под видео. Вот, в виде инструкции, так скажем, по вязанию. Здесь подробнейшим образом я все рассказываю. Вся последовательность ваших действий здесь выполнена мною. Надеюсь, все тонкости я учла. Ничего не забыла. Читайте внимательно под видео. Так, ну а сейчас приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 39 петель. У нас с вами получается, я уже один раппорт связала, вот этот ажурный мотив с сердцем и вот этот рельефный мотив, который с такими жгутами у нас идет красивыми. Начинаем с вами вязать первый ряд, следующим образом распределяя петельки. По схеме вяжем. Итак, первую кромочную снимаем, вяжем 2 изнаночные. Затем идет мотив у нас ажурный на 17 петлях, он располагается. Мы все петли 17 лицевых вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Связали. Далее 2 изнаночные вяжем, 4 лицевые, 2 изнаночные. Затем вот здесь у нас будет узорчик в центре. Все время каждые два ряда меняться петельки. Там, где были изнаночные, вот вязаться лицевые, там, где лицевые, вяжутся изнаночные. Сейчас мы вяжем 2 изнаночные. Затем у нас идет дорожка 2 изнаночные. Снова жгут 4 лицевые, 2 изнаночные и кромочная изнаночная. Связали первый ряд. Все четные ряды мы вяжем как смотрят петли и накидываем, когда они у нас появятся, вяжутся изнаночными. Вяжем с вами третий ряд. Кромочная, 2 изнаночные. Снова 17 лицевых нашего ажурного мотива. Связали. Дальше идут 2 изнаночные. В жгуте делаем перекрещивание 4 петель направо. Снимаем 4 петли на правую спицу и меняем местами 2 на 2. Две первые петли за работой высвобождаем петли, которые будут следующие перед работой. И с помощью правой спицы переносим их на левую. Все, перекрестили 4 петли направо и все 4 вяжем лицевыми. Далее идут 2 изнаночные, 2 лицевые. Снова 2 изнаночные. Это вот мы как раз сейчас провязали тот самый рядочек из двух петелек. Такой мотив, когда я говорила 2 изнаночные, потом 2 лицевые. 2 изнаночные в каждом
втором ряду идет изменение. Снова жгут на 4 петлях. Будем перекрещивать с вами 4 петли теперь налево. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли перед работой, следующие 2 высвобождаем за работой. Меняем их вот так местами, перекрещиваем. Видите, я сейчас возвращаю те петельки, которые были за работой. Все, все 4 у нас на левой спице, и мы их вяжем как 4 лицевые. Затем идут 2 изнаночные и кромочная и изнаночная. Так, связали третий ряд. Переворачиваем и четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд вяжем нашего раппорта. Кромочную сняли 2 изнаночные и начинаем мотив. Значит, вяжем с вами сейчас лицевые петли. Насколько я помню, их должно быть 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, давайте посчитаем по схеме. 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем накид, девочки, 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. Вот так. И оставшиеся петли 7 лицевых вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, связали. Далее идут 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, снова 2 изнаночные, 2 изнаночные, в жгуте 4 лицевые, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Отлично связали. Переворачиваем. И шестой ряд мы вяжем, как смотрят петли. Седьмой ряд вяжем. Так, снимаем кромочную, 2 изнаночные. И далее начинается мотив ажурный. Вяжем с вами 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, затем идут 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Вяжем 2 изнаночные, перекрещиваем 4 петли направо, меняем местами по 2. И вяжем 4 лицевые. То есть вы поняли, раппорт у нас повторяется здесь, да? Раппорт вот этого маленького жгута у нас составляет с вами 4 ряда. Каждые 4 ряда, то есть в пятом ряду у нас идет перекрещивание. Так, дальше идут 2 изнаночные. Здесь у нас вот это между жгутами идут 2 петли, которые мы каждые тоже 2 ряда меняем. Сейчас мы вяжем 2 лицевые. Снова 2 изнаночные, жгутик перекрещиваем налево, 4 петли перекрещиваем налево. Для этого мы с вами 2 петли перед работой, следующие 2 за работой. Меняем местами, все 4 вяжем лицевыми. Затем снова 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Все, связали. Переворачиваем и 8 ряд вяжем, как смотрят петли. 9 ряд у нас с вами. Вяжем кромочная, 2 изнаночные. В ажурном мотиве вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Мотив связан. Дальше вяжем 2 изнаночные. В жгуте у нас 4 лицевые. Снова 2 изнаночные. Эти 2 петли меняем местами. То есть у нас сейчас 2 изнаночные вяжутся над лицевыми.
Затем идут 2 изнаночные снова и снова жгут 4 лицевые в этом ряду. Снова 2 изнаночные и кромочная изнаночная. Связали. Переворачиваем, 10 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 11 ряд с вами. Кромочная, 2 изнаночные. Начинаем мотив ажурный. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. Мотив связали. Далее 2 изнаночные. В жгутики снова перекрещивание 4 петель направо. Поменяли местами по 2. И все 4 вяжем лицевыми. 2 изнаночные. Здесь у нас идут 2 лицевые. 2 изнаночные. Снова в жгутике перекрещивание 4 петель налево. Меняю местами по 2. И вяжем 4 лицевые. 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Все, связали. Переворачиваем. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. 13 ряд вяжем. Кромочная, 2 изнаночные. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 3 лицевые. Мотив связан. Далее 2 изнаночные. 4 лицевые жгута. 2 изнаночные. Здесь 2 изнаночные. Снова 2 изнаночные. 4 лицевые жгута. 2 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Связали. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд. Вяжем кромочные, 2 изнаночные. Далее вяжем 2 лицевые и делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Затем идут 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Связали мотив, да? Дальше у нас тут 2 изнаночные. Жгутики перекрещиваем 4 петли направо. Вяжем как 4 лицевые перекрещенные петли. 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И в жгутике перекрещиваем 4 петли налево. И вяжем их как 4 лицевые. 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем 16 ряд, вяжем как смотрят петли. Вяжем с вами 17 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. По центру лицевые петли вяжем. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая.
ажурный мотив связан. Далее вяжем 2 изнаночные. В жгуте 2, так, 4 лицевые, так остается без перекрещивания. 2 изнаночные. Здесь 2 изнаночные. Снова 2 изнаночные. И снова жгут 4 лицевые. И остались у нас 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. 18 ряд вяжем, как смотрят петли. 19 ряд вяжем. Сейчас у нас будут лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых. Итак, вяжем первая кромочная, 2 изнаночные. И в нашем мотиве ажурном 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. И оставшиеся петли у нас вяжутся лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лицевых. Все, связали. Далее идут 2 изнаночные. В жгуте перекрещиваем 4 петли направо. Вяжем 4 лицевые. 2 изнаночные. Затем идут 2 лицевые. Снова 2 изнаночные. В жгуте перекрещиваем 4 петли налево. Меняем местами петельки и вяжем их как 4 лицевые. 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. 20 ряд вяжем, как смотрят петли. 21 ряд вяжем. Кромочная, 2 изнаночные. Далее вяжем мотив. 2 лицевые, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И остались 2 лицевые. Мотив связан. Далее вяжем 2 изнаночные. В жгуте 4 лицевые. 2 изнаночные. В этом узоре тоже сейчас будут 2 изнаночные. Снова 2 изнаночные. В жгуте 4 лицевые. 2 изнаночные. И кромочная, изнаночная. 22 ряд вяжем, как смотрят петли. 23 ряд у нас с вами. Вяжем кромочная, 2 изнаночные. Итак, в нашем мотиве ажурном сейчас будут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Затем идут 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Остались 4 лицевые. Мотив связан. Дальше идут у нас 2 изнаночные. В жгуте перекрещивание 4 петель направо. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И в жгуте перекрещиваем 4 петли налево. И вяжем их как 4 лицевые. Дальше идут 2 изнаночные и кромочная, изнаночная. Все. Связан у нас с вами 23 ряд. Переворачиваем 24 ряд, вяжем как смотрят петли. Так, 25 ряд у нас, девочки, с вами. Сердце наше с вами сформировано.
в ажурном мотиве. Остается сейчас 17 лицевых вязать петель до конца раппорта. Вот здесь у нас тоже все по логике в этой части, в этом узоре на 18 петлях. Я его так назвала, вот он у меня на схеме, как 18 петель идет. Здесь у нас тоже все по логике. И поэтому давайте все-таки свяжем этот 25 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 17 лицевых. Затем идут 2 изнаночные, в жгуте 4 лицевые, 2 изнаночные, здесь 2 тоже изнаночные, еще 2 изнаночные, в жгуте 4 лицевые, 2 изнаночные и кромочная изнаночная. 20 получается. Шестой ряд вяжем, как смотрят петли. 27 ряд, девочки, у нас с вами будет вязаться в нашем ажурном мотиве. Также 17 лицевых без изменений. Вот, то есть лицевая гладь здесь идет, да? А вот здесь в узоре у вас будет перекрещивание в 27 ряду. Жгута опять идет по схеме, посмотрите. Идет снова перекрещивание. Здесь вяжутся в 27 ряду лицевые петли и перекрещивается второй жгут налево. Тут направо первый, второй налево, как обычно, да? Вот 27 ряд, затем 28 ряд у нас идет, как смотрят петли. На этом раппорт узора заканчивается и повтор идет с первого ряда. Я дальше вязать не стану. Давайте сейчас с вами сделаем влажную тепловую обработку образца. Вот, потому что уже довольно большой образец, нам нужна плотность вязания. Итак, делаем влажную тепловую обработку горячим паром. И сейчас во влажном состоянии мы будем с вами тянуть наш образец. Так, тянем по вертикали, тянем по горизонтали. Обращаем внимание на то, что у нас с вами здесь изнаночные петли по краям. Их надо отутюжить. Так. Выпрямили наш образец. Давайте оставим его сохнуть. Итак, девочки, наш образец с вами высох. Высох, вот так он у нас сейчас с вами выглядит. Наша задача сделать расчет плотности. Берем простую линеечку. И средняя плотность у нас будет замеряться для полочек. Мы измеряем с вами и наш ажурный узор, и узор с косами, с жгутами. Да? Значит, прикладываем вместе. Учет у нас будет в расчете участвовать и кромочные, поэтому смотрим очень внимательно. Это очень важный момент. Сейчас 17,5 сантиметров у меня ширина, 39 петель участвует в узоре. 39 мы разделим на 17,5 и получим 2,2. Это плотность полочек. Итак, запишем в одном сантиметре 2,2 петли. Далее у нас идет вертикальная плотность. Для этого мы измеряем с вами высоту. 20 сантиметров высота. И давайте также посчитаем, сколько рядов. Итак, 53 ряда я посчитала в моем образце. Надо разделить на 20 сантиметров. Получается плотность 2,65. Это плотность по вертикали. Девочки, плотность, которую нам еще понадобится измерить, это плотность лицевой глади. Мы берем линеечку и измеряем с вами ширину. Вот только нашей лицевой глади я по узору померяю.
И у меня получается 9,5 сантиметров, и это 17 рядов. Ой, 17 петель. 17 надо разделить на 9,5 сантиметров. Итак, плотность лицевой глади 1, округляю в большую сторону 0,8. 1,8. Лицевая гладь я запишу отдельно. Итак, лицевая гладь у нас с вами в 1 сантиметре 1,8 петель. Вот эти цифры сейчас нам понадобятся в расчетах. Так, девочки, вот эту выкройку я взяла за основу для нашего сегодняшнего проекта. У нас с вами будет рассматриваться сегодня размеры российские 42, 44, 46, 48, 50, 52. Ширина у нас будет спинки 50 сантиметров первый размер, 55 сантиметров второй размер и 60 сантиметров третий размер. У нас с вами спинка вяжется лицевой гладью. Для лицевой глади мы посчитали плотность, и она составила по горизонтали в 1 сантиметре 1,8 петель. Поэтому мы с вами считаем петли для спинки следующим образом. 50 сантиметров умножаем на нашу плотность 1,8 и получаем 90 петель. Здесь то же самое делаем. Получается 99 и для третьего размера 108 петель. Вяжем лицевой гладью. У нас с вами здесь будет скос плеча. Вырез горловины спинки я не делаю, вот так по прямой закрываем. Как сформировать скос плеча подробнейшим образом я рассказываю в инструкции под видео. Я выкладываю в виде текста описание. И там написано будет последовательность ваших закрытий. Могу сказать, что у нас с вами будет 27, 30, 34 петли в зависимости от размера участвовать. И петель на плечи и на вырез горловины приходится также 36, 39 и 40 петель в зависимости от размера. Считала эти петли также. Ширину, вот у меня первый размер 20 сантиметров ширина. Я умножала на плотность 1,8 и получала 36 петель. И затем считала все, что осталось, 90, отнять, 36, и разделить на 2, получается петли плеч. Получается 27 петель на каждое плечо. Также я считала для других размеров. Так, высота проймы у нас с вами составит 20, 21, 22 сантиметра. Также зависит от размера. Так, и в общем-то набирать я рекомендую вам для спинки на 10 петель меньше. 82, 89 и 98 петель. Вязать мы будем спицами номер 3,5. Вот. И в последнем изнаночном ряду надо равномерно прибавить 10 петель. И в итоге у вас должно получиться вот это число, как я вам сейчас называла. 90, 99, 108 петель. Так, теперь переходим к более интересному варианту. Это наша с вами полочка и левая, и правая. Здесь у нас будет следующий расклад. Значит, петель мы будем набирать сразу 67, 70 и 74 петли. Вот. И далее смотрите. Расположение узоров будет следующее, девочки. Рисую вам схематично правую полочку. Первая петля у нас будет идти кромочная. Затем будет 10 петель планки платочной вязкой, она вяжется. Это планка. Затем у нас с вами идет 2 петли лицевые сразу после планки. После этого идет узор на 18 петлях. То есть вот этот узор с нашими, вот 18 петель он составляет с нашими жгутами. Мотив на 18 петлях. Затем идет наш мотив на 17 петлях ажурный с нашими сердцами. И все заканчивается снова
18 петлями нашего узора вот этого со жгутами. Вот этого. Понятно, да? И в сумме еще кромочная добавляется. И в сумме все это даст нам 67 петель. Это для первого размера. Второй размер, девочки, добавляю я 3 петли. Вот сюда, крайне левые, в качестве изнаночных. Можно их, можно в качестве лицевых использовать по вашему желанию. Пожалуйста, используйте. Вот здесь еще добавляются 3 петли для второго размера. Всего будет 70 петель. Для третьего размера расположение узоров такое же остается, но сюда, да, будет добавляться уже не 3 петли, а получается 7 петель. Вы можете их также взять как изнаночные или как лицевые. Скорее всего, лицевые, поскольку у нас с вами спинка вяжется с лицевой гладью. Да? Поэтому давайте не изнаночные, а лицевая. Лицевая. Вот. Могу вам еще такую рекомендацию сделать для больших размеров, для двух следующих вот размеров. Не две лицевые, допустим, здесь сделать, да, а сделать равномерно. То есть вот если у нас здесь будет 7 лицевых и 2 лицевые, 7 и 2 это будет, ну, 9 петель, да, вот можно взять здесь 4, а здесь 5, чтобы вот не было такой диспропорции, да. Но можно не заморачиваться и оставить как есть. Вот здесь 2 лицевые на все размеры и вот такое расположение петель. Вот, то есть у вас 74 петли на третий размер, я пояснила, да, вот эти лицевые добавляются 7 петель. Так, левая полочка у нас вяжется так же, как и правая. Только зеркалится узор, в принципе. Да, девочки, когда будете начинать вязать планку по полочкам, пожалуйста, обратите внимание, что у нас цельновязанная планочка начинается вязаться сразу с резинкой вместе. То есть вы первые вот эти 10 петель сразу уже на резинку выделяете платочной вязкой, которая вяжется. Далее. Платочная вязка всегда имеет плотность более высокую, чем, например, лицевая гладь. Поэтому я советую вам это также обязательно учесть. Вязать укороченные ряды у планки приблизительно в каждом шестом-восьмом ряду, девочки. Пожалуйста, не игнорируйте, иначе планка будет задрана и будет очень некрасиво, да, такая будет задранная вверх планка по сравнению с основным полотном. Пожалуйста, вяжите укороченные ряды. Это несложно сделать. Я знаю, что все, большинство вязальщиц знают, что это такое. Ну, а кто не знает, девочки, можете в поисковике забить укороченные ряды планки, да, и вам все. Выйдет масса всяких видеороликов на эту тему. Посмотрите, как это сделать. Это несложно. Так, далее, значит, смотрите. Из-за того, что у нас с вами будет разная разница, то есть разная плотность по полотну, у нас с вами поэтому и количество петель такое получилось разное. То есть, сами вы поняли, плотность у нас у нашего узора совсем другая, чем у лицевой глади. Да, мы с вами использовали, я в расчетах вот эту плотность в одном сантиметре 2,2 петель. Вот. Поэтому здесь такое большое количество петель получилось. Это из-за того, что узор с косами у нас очень много сжимает полотно, много отнимает, так скажем, полотна. И поэтому петель значительно больше расходуется, чтобы выйти на ту же ширину, что, собственно говоря, спинка нам дает. Так, с этим понятно. Поэтому и плечи, и вырез горловины, девочки, здесь надо. Я тоже подходила индивидуально. Теперь хочу вам про скос по вырезу горловины рассказать. Смотрите, значит, длину изделия я беру 60 сантиметров. И все вертикальные размеры я перевожу, девочки, сразу в ряды.
Вот смотрите, если у нас 60 сантиметров, нижняя планка у нас вяжется резиночкой 2 на 2 на высоту 10 сантиметров, и затем у нас идет уже узор, да? Вот, как я вам говорила, вот это количество петель распределяется вот таким образом. Вяжется это все на высоту 25 сантиметров. Сразу, видите, стоит мерка равно 66 рядов. 25 сантиметров я умножила на нашу плотность, которую мы посчитали по вертикали. В одном сантиметре 2,65 ряда. То есть 25 умножить на 2,65 получается 66 рядов. Когда будете вязать, обязательно считайте ряды. Ни в коем случае не надо ничего линеечкой там измерять. Это неправильно, это все неверно. После стирки изделие, как правило, вытягивается. Любая пряжа тянется, если, конечно, вы не стираете хлопок в кипятке. Там, наоборот, эффект усаживания полотна. Вот, поэтому имейте это в виду. И, пожалуйста, вот это вот все дело переводите в ряды. То есть, возможно, у вас будет своя длина изделия, вы перерасчет сделаете, но имейте в виду. Теперь самый главный, основной момент – скос вот этого нашего выреза. У меня получилось на все размеры, по скосу надо закрыть 23 петли. На плечи, по моим расчетам, смотрите, как я считала. Ширина плеча я брала 15-16,5, и здесь получалось 18 с чем-то там сантиметров. Вот, я это все дело учла и сделала перерасчет. То есть эти величины в сантиметрах я умножала на плотность 2,2, это нашего узора, и получала петли, которые будут у полочек 33 петли, то есть не 27, как у нас у спинки, у лицевой глади было, а именно 33 петли первый размер. Для второго размера получилось 36 петель, а не 30. И для третьего размера было 40 петель, а не 34. Видите, какая большая разница. Вот, и я вычла все вот из этих мерок 67, 7, 7, 4, я вычла величину, значит, наших вот этих петель плеч, вычла цельновязанную планку, которая у нас здесь будет идти, вот, то есть там получается 10 плюс 1 кромочная, 11 петель вычитала, и получилось, что всего убавок по узору, убавки делаются по узору, планка цельновязанная так и продолжает идти неизменной. Вот, 23 петли на все размеры. Поскольку высота скоса у меня 25 сантиметров, это 66 рядов, я 66 рядов разделила на 23 петли и получила величину 66 разделить на 23 петли, вот такую величину 2,8. Но это, можно сказать, убавки надо делать в каждом третьем ряду, девочки. В каждом третьем ряду у вас должна убавляться одна петля. Вот таким образом вы доходите до высоты нужной. И здесь, конечно, одновременно надо будет вести скос уже, начинать на определенной высоте. Все это есть в описании под видео. Вся последовательность ваших работ четко изложена в инструкции по вязанию. Пожалуйста, обращайтесь к этой инструкции, она выложена под видео. Здесь потребуется средний уровень мастерства, если даже, я бы так сказала, невысокий уровень мастерства, поскольку здесь у нас скос, скос плеча одновременно, то есть здесь потребуются определенные навыки уже вязания вот таких плечевых изделий. Начинающим девочкам-мастерицам, наверное, будет сложно это все понять. И к рукаву перехожу. Рукав у нас с вами спущенный, укороченный, да, поэтому длину я его беру 46 сантиметров вместе с планкой. Опять-таки, очень индивидуальная длина рукава. Пожалуйста, эту циферку под себя там отрегулируйте.
Возможно, у кого-то длиннее, у кого-то короче будет. Планку нижнюю 12 сантиметров. Я посмотрела, в оригинале она больше, чем у спинки и полочек. Поэтому здесь я сделала 12. Тоже резинкой 2 на 2 вяжем. Набираем 44, 46, 48 петель в зависимости от размера. Связали резинку, перешли на лицевую гладь. Вот, и вяжется рукав полностью лицевой гладью. Высота скоса у нас составит 34 сантиметра, то есть я из 46 вычла 13 планку, получилось 34 сантиметра. Сразу перевела в ряды, также умножив на вертикальную плотность, и получила 90 рядов. Высокой, вот в этой самой широкой части рукава у меня идет параметры, размеры, значит, 20 сантиметров, то есть это 40 сантиметров ширина рукава, второй размер 42 сантиметра, третий 44 сантиметра, то есть вот эти пройму мы увеличиваем в два раза, да, это логично. И также я умножала на плотность лицевой глади, то есть я 40 умножила на 1,8 и получила 72 ряда. И так считала другие размеры. 76, 80 петель получается. Так, и далее, как считаем скос рукава. Смотрите, вот у нас с вами высота скоса. Мы ее определили, это 90 рядов. А теперь 90 рядов мы делим на вот эти цифры. У меня стоят 14, 15, 16, также по размерам. Я определяла их путем вычисления из большего числа. Меньшее число 72, отнять по низу 44 петли, первый размер, и мы получаем 28. 28 делим на 2 скоса, получается на каждый скос 14 петель, надо будет прибавлять. Прибавки должны делаться обязательно равномерно, поэтому мы 90 рядов делим на 14. 90 разделить на 14 петель, и мы получим с вами цифру 6. То есть в каждом шестом ряду мы делаем прибавку одновременно, равномерно с двух сторон. Так, ну то же самое касается второго и третьего размера. Также 90 делим на 15, 90 делим на 16, и у нас свои цифры получаются. Все это есть в инструкции под видео. Вот. Так, далее. Вот эта цельновязанная планка, которая, кстати, здесь не показана, да? Но она вот такая у нас идет, девочки. Вот так она у нас идет, я ее вот нарисовала. Она у нас вот в этой части продолжает вот так идти, высоту. Мы ее вяжем еще на высоту 11 сантиметров, вот эту планку, и только после этого закрываем. И затем, когда мы будем уже все изделия сшивать, эта планка пришивается у нас по вырезу горловины вот сюда спинки, понимаете? Она вот сюда пришивается аккуратным трикотажным швом. Вот здесь посередине тоже сшивается между собой. То есть это, в принципе, очень понятно и логично. Я не думаю, что это изделие будут вязать новички, а девочки с опытом понимают прекрасно, о чем я говорю, правильно? Вот такие мои, девочки, рекомендации. Я думаю, что мы понимаем друг друга. Уже не первый год, как говорится, вяжем, да? И я думаю, что вам это все понятно. Мои расчеты можете использовать в качестве рекомендательных. Инструкция, возможно, вам тоже поможет. Вы можете конструктивные особенности свои вносить в эту модель. Естественно, кто-то захочет рукав с проймой, да, с окатом, там, как мы это привыкли часто в классическом варианте делать, в чисто классическом. Да. Но это вот такой упрощенный вариант, очень модный сейчас, спущенный рукав. Я думаю, что меняйте, пожалуйста, по своему желанию. Конечно же, это очень важный творческий процесс. Я желаю вам удачи и до новых встреч!